Выживших в результате крушения самолета авиакомпании Air Algérie, произошедшего в четверг в Мали, нет. Об этом заявил президент Франции, более 50 граждан, которые находились на борту лайнера. Обломки разбившегося самолета, выполнявшего рейс из Уагадугу в Алжир, были обнаружены французскими военными в районе города Гао, близ границы с Буркина-Фасо. Уже обнаружен один из черных ящиков. Он был доставлен в ГАО и таким образом сможет быть исследован в кратчайшие сроки. Мы знаем, что обломки самолета сосредоточены на ограниченном пространстве, но пока слишком рано делать выводы. Они не заставят себя долго ждать. В качестве наиболее вероятной версии причин катастрофы эксперты называют плохие погодные условия. Связь с лайнером «Макдоналл Дуглас» МД-83, зафрахтованным Air Algérie у испанской компании «Swiftair», была потеряна через 50 минут после вылета. Как сообщил представитель Министерства транспорта Буркина-Фасо, пилот запрашивал разрешение изменить маршрут полета из-за сильной бури. Всего на борту самолета находились 110 пассажиров и 6 членов экипажа. Это третья крупная авиакатастрофа за последнюю неделю.